Всем привет, дорогие подписчики! Мы сегодня с моей татинкою, со Стасиком, пошли на тренажеры. Стасик занимается, потому что знает, что мне муж нужен, худенький и красивый, спортивный муж мне нужен. А если у него будет лишний жир, то я его выгоню нахер. Нахер выгоню, блядь. Вот такой тренажер у него. Сейчас Стасик идет на другой эксперимент. Он Стасик себе спинку качает, попку качает. Всем советую жиры изливать. У меня самый красивый муж в мире. Самый красивый, самый сексуальный. Хуяска. Ой. И самый некультурный, кстати, муж. Кому нравится? Хлопчики. Стасик идет на резиновый батут. Вот он, резиновый батут такой. Всем напоминаю, Берлин, Германия. Снимаешь? Меня видно хорошо. Видно тебя отлично. Мы тебя все видим. Вся миллионная аудитория Ютуба. Вот молодец, ай да молодец. Ай да молодца. Мы сегодня со Стасиком пошли погулять возле нашего прекрасного дома в Берлине. Вот такой красивый микрорайон. Отгадайте, как он называется, пишите в комментариях. Стасик, пишите в комментариях, как называется этот чудесный, этот солнечный, этот прекрасный район, где я купила квартиру. Квартиру я купила однокомнатную, но зато не арендованная у меня квартира, а своя. Вот так. Это только беженцы с Украины могут себе позволить купить в Берлине квартиру. Потому что у немцев, к сожалению, денег на такую роскошь не хватает. Для немцев иметь свою квартиру, это как бы сказать... Но это для них это роскошь, непозволительная роскошь. А я считаю, иметь свою квартиру это необходимость, а не роскошь. Номер сделан из камня. Вот такой хоботок у нас. Хоботок. Кому нагадываешь? А ну, кому что нагадывает? Стасик моет памятник. Памятник слонику. Стасик любит слоников мыть. Снимай шары, ба. Так, Стасик. Видно? Видно тебя, видно. Полез на слоника. Украина, понад усе. Украине. До Европы очень далеко. Наоборот, Европе далеко до Украины. Что ты мелешь? Что ты перебиваешь? Немцы живут в большинство в арендованных халупах. Всю зарплату тратят на хозяина, Украине, как собаки. Украине до Европы очень далеко. А украинцы все живут далеко в своих квартирах. У нас такая беда случилась. Страшно рассказать. Стасик прыгал на батуте. Короче, резина лопнула. Стасик провалился. Сейчас Стасик будет пизды получать от местных властей. Вон дом какой красивый, так, стоит. Давай, 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 Стасик. Видно. Речь президента. Речь Стасика. Я затримаю. Стасик опять прыгать хочет. Там тут поломал, тут опять будет прыгать. Вот на такой резиновой ковровой дорожке. Опасный смертельный номер. Ой, блин. Какие у нас детские площадки красивые. Это детская песочница.
красивый, уменьшенный, детские качели. Дом Бабы Яги. Красота. Вот. Европа, Берлин. Это вам не Украина. Это вам не Хухримовка.